Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Місто майстрів. В яких краях воно існує, ми будемо дізнаватись в нашій сьогоднішній програмі. І познайомимось з новою книгою, яка присвячена нашим землякам. В этой книге не только суперзвезды, которые стали чемпионами Украины, СССР, мира, Европы. Какой благодарный город, вообще уникальный во всех отношениях. Мне хотелось поддержать спортсменов и поддержать их имидж, показать, что насколько это очень сложная работа. Ты открываешь для Николаева тех, кто заслуживает внимания. Но я постарался сделать это вот так вот, скромным трудом. Мудрі люди кажуть, не буває людей нецікавих. Кожен з нас – це цілий світ, а разом ми об'єднуємось в сяйво, що висвітлює наше життя і перетворює наші міста на міста майстрів. Думаю, друзья, вы согласитесь со мной в том, что наш старый добрый Николаев – это не только город невест, не только город корабелов и славных мастеровых людей, но еще Николаев – это город спортивных свершений, которые прославляют наш город по всей планете. И здесь, на центральном стадионе, происходят главные спортивные события города Николаева, которые запечатлевают и журналисты, и писатели, и художники. А сегодня нас с вами ждет встреча с писателем. Он только написал свою книгу о спортивных свершениях николаевских спортсменов. И я предлагаю вам с ним встретиться, полистать странички, углубиться немножечко в спортивную жизнь и почувствовать себя бодрее, веселее, ну и, конечно, добрее. Пойдемте, побеседуем. Друзья мои, вот я держу в руках совершенно удивительную книгу. Это плод 30-летней деятельности моего коллеги Юрия Малышева. Ну кто, скажите мне, не знает Юрия Малышева? Я вам скажу честно, что сложно брать интервью у коллеги. Тем более, что Юра, он сам ас в разговорном жанре. Да, Юрочка? Не знаю, наверное. Но, тем не менее, вы знаете, я думаю, что ну когда-то ж нужно начать. Тем более, что вот эта книга, друзья мои, я же вам говорила, давайте полистаем, посмотрим. И вы обязательно ее полистаете и посмотрите. Сзади нас... спортсмены, тоже замечательный совершенно фон, но вообще спортивные достижения лучше, а лучше о них пусть говорит мастер. Мастер Юрий Малышев, который сегодня наш герой, Юрочка. Я сказала нашим телезрителям, что эта книга плод 30-летней деятельности вашей. Да. То есть на этих страницах запечатлены все герои, ну не все, но большая часть героев, которые прошли через ваши добрые руки. Мы знаем, кстати, телезрители, у Юрия Малышева легкая рука. Насчет чего, я не понял. Насчет всего, Юра, потому что если вы с кем беседуете, то этот человек потом дальше идет и делает большие спортивные достижения, не только спортивные, но вообще. Наверное, в этом суть была нашей программы, потому что создать имидж и показать наших героев, потому что они вроде тени были, потому что вот на пьедестал выходят всего три человека, а ведь сколько трудов тренер делает и родители, которые помогают им создавать. И поэтому за эти годы это было, правда, тысячи людей. Вот вышло 3700 программ моих вот за 29 лет, которые прошли, да. А самое главное, мне хотелось бы отметить, что еще тогда, вот еще 1986 году Валерий Гроссман и Владимир Дедков, когда они были у истоков рождения 7-го канала, Зеркало, Николаева, они... И вот тогда сначала были у меня обзоры по четвергам, а потом Владимир Николаевич Дедков говорит, давай сделаем ежедневную программу «Все о спорте». Как ежедневно? Что можно рассказать? А потом оказалось, мы не вмещаемся в эти 7 дней, не было выходных. Мне приходилось одновременно бывать в трех местах. В течение одного дня в трех-четырех местах. Поэтому мы никого не забывали. Самое главное, что в этой книге не только суперзвезды, которые стали чемпионами Украины, СССР, мира, Европы, Олимпийских игр, а очень скромные люди, которые посвятили себя спорту, жизни. И это удивительные люди.
вот они сюда попали, и я рад, что вот они там оказались, потому что некоторые виды, ну, как-то не то, что в тени, а потому что вот, они занимаются любимым делом. Аннет, это такое доброе дело совершилось, я очень рад, что оно случилось. Юра, а вот расскажите, пожалуйста, как вы решили писать книгу? Были спортивным корреспондентом, журналистом, встречались с людьми, говорили, и вдруг думаете, ну-ка, напишу-ка я книгу, так? Дело в том, что программа телевизионная, она живет там сегодня, и завтра забыли или нет. И хотелось бы сохранить в память, потому что здесь, по существу, это документальная, художественная, значит, встреча с теми героями, которые были. Здесь все документально. Здесь вот то, что они сказали 10 лет назад, 20, 30 лет назад, все это здесь. Я ничего не придумал. Просто документальная, художественная это, исповедь людей, которые, в общем-то, настолько благодарны нам, людям, и настолько талантливы, потому что наш город удивительный. В самых разных видах спорта Николаевщина занимает ведущие позиции не только в нашей стране, а в мире, потому что мы, я не знаю, какой благодарный город, вообще уникальный во всех отношениях. И самое главное, что очень многие тренеры по существу связаны с Николаевым, с родной землей. И здесь нет пришлых, которые там приехали, уехали. Поэтому здесь основа замечательных успехов состоит в том, что они по-настоящему николаевцы. И вот эта преданность городу, людям, земле, я не знаю, она проявилась здесь. И мне, я рад, что вот оно оказалось здесь. Вот это. А вот как-то странно, да, Юрий? Смотрите, город Николаев такой, в принципе, небольшой город, достаточно тихий город, достаточно спокойный город, но в нем скрывается некая тайна, которая рождает настоящих героев, героев не только страны, но героев мира. Я не слишком высоко говорю? Нет, в самом деле. Я каждый раз удивляюсь и говорю, что вот у меня сегодня очередная программа, мы сегодня открываем новые вехи, то, что вы знаете или не знаете. И мы создаем имидж тем людям, которые, в общем-то, благодарны нашей земле и вот Николаеву, и горожанам. И поэтому я очень рад. Я долго шел к журналистике очень, а потом пришел такой момент, ну, я никак не мог поступить в наш пединститут. Потом поехал в Россию, в Воронеже, поступил, закончил университет воронежский, факультет журналистики, работал на Камчатке. И, в общем-то, именно для меня тогда открылось очень многое. Но мне хотелось поддержать спортсменов и поддержать их имидж, показать, что насколько это очень сложная работа. Потому что тогда они не считались профессионалами, они считались слесарями, там, кем угодно. Но это были удивительные, самоотверженные люди. Заканчивалась их жизнь в спорте, и, может быть, кто-то не оказывался на рубеже этом сложном. Поэтому мне очень хотелось их поддержать. Поэтому, Аннет, мы вместе вот делаем очень благородное дело. Ты всегда поддерживаешь очень многих людей, которых даже многие не знают. Ты открываешь для Николаева тех, кто заслуживает внимания. Но я постарался сделать это вот так вот, скромным трудом. Потому что это как начало пути, потому что мне хочется, чтобы о них рассказать больше. Здесь всего 150 интервью. Здесь и олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, чемпионы страны, но здесь же и чемпионы области, и те, кто просто любит спорт, и совершенно рядовые. Я не знаю, Аннет, мне кажется, мы делаем вместе с вами очень благородное дело, поддерживаем тех. А для них одна страница, один взгляд с экрана, такая поддержка моральная в семье, у знакомых, у родственников, для их стимул, чтобы интересно себя жить. Ну, я не знаю, тут очень много факторов влияет, очень. Поэтому рад, что мы вместе вот на этой стезе очень находимся. Юрочка, а скажите, пожалуйста, на Камчатке молодой журналист, который попадает на Камчатку. Ваше впечатление? О чем писали? Что поразило больше всего? Во-первых, поразило, когда вышел из самолета, тишина такая. Я никогда не думал, что может быть тишина вообще уникальная. Ну, потрясающая. Потом меня поразили сопки, тундра, люди. Такая доброта. Я не знаю, они мне раскладывали, я с материка приехал, и каждый хотел обязательно пригласить себя в гости. Ну, настолько добрые, открытые люди, я вообще поражаюсь. А? Никогда не думал, что так может быть здорово. И как любитель рыбак, я вообще получил огромное удовольствие от того, что там был. Мы писали... Нормальное вот отношение очень... Не, было здорово, Аннет, это было сказочное время. Я думаю, кто там бывал,
поймешь, что он побыл не только на краю света, там где-то далеко, но вообще он познал очень много доброго, хорошего. Вот, а с Камчатки? Писали на Камчатке? Так было классно, так было здорово. И вдруг дальше что? Нет, дело в том, что там родился вот, Максим у меня там, это его родина, и там... В принципе, предложили, надо переехать, и там по здоровью надо было сюда вернуться в Николаев, в родные стены. И, собственно, я попал опять в родную стихию, в Южную Правду. Был в отделе промышленности, тогда оказался на пике, когда строилась атомная электростанция, НГЗ. Поэтому сначала у меня промышленный отдел, потом отдел информации. Это тысячи людей было связи, и я тогда понял, что насколько интересно все это, вся жизнь наша. Потому что я упреждал информациями намного раньше, и... Ну, буквально все, что происходило в городе, проходило через меня. Но потом мне очень понравился спорт. И я, как эстафету, принял от Бориса Лазовича Арова. Это вообще уникальный журналист. И, собственно, вот эту эстафету я продолжил и занялся фундаментально. А потом, когда оказался совершенно независимым журналистом в отделе пропаганды спорт-общества «Украина», создал свою студию, и вот на протяжении многих лет у нас по существу вот была такая маленькая редакция, оператор, я, и мы каждый день выходили в эфир, каждый вечер, каждое утро здоровались, прощались. И главное, радовали, потому что мне нравилось, потому что все люди говорили о том, что мы все узнаем впервые от вас, потому что у нас была самая горячая точка, то есть сегодня на сегодня. Вот сейчас некоторые информации бывают... Говорят, что это было вчера, позавчера или там неделю. У меня было сегодня на сегодня. И, ну, благодаря памяти мне удавалось без бумажек рассказывать о том, что будет, что есть. И называть десятки, сотни имен, фамилии. Ну, это все сохранилось. Я рад, что у меня очень много хороших почитателей и среди спортсменов. И я чувствую, что мы делали общее дело вместе, потому что они совершали чудо на спортивных площадках, а мы их поднимали на пьедестал еще выше, потому что они понимали и чувствовали признание людей. Из-за этого у них имидж рос очень значительно. Аннет, это вообще здорово, когда вот живешь с этим и каждый день настроен на такую радость. И я чувствовал, как это важно для тех, потому что одно дело выступать на арене, а второе, когда о тебе рассказывают, и ты уже получаешь дополнительный стимул, огромный, гораздо больше, чем ты выходишь и получаешь медаль. Это видят ограниченный круг, а мы раздвигаем эти рамки. Да, и рамки эти еще шире раздвинулись благодаря книге, которую написал мой коллега Юрий Малышев, спортивный журналист города Николаева, и не только города Николаева, известный во всей и на всей планете. Юрий, а будьте добры. Итак, вот вы выходили в эфир, вы писали свои репортажи, вы встречались с людьми, а потом вы поняли, что ну все, пора уже писать книгу, потому что действительно телевизионная передача живет, но день. Она как-то живет один день, но она в архиве, она все-таки живет. Да. Но книга, это вот ты достаешь книгу, и вот ты видишь, вот посмотрите, дорогие зрители. Это чемпионка мира в танцах живота. Посмотрите, она теперь, дорогие друзья. Каждую неделю она теперь на киевском телевидении, там на всю страну рассказывает, показывает, как надо красиво... Вы видите, какие потрясающие совершенно лица... Слагаемые победы от зари до зари – это просто совершенно удивительные и прекрасные, но одновременно с этим и жесткий мир спорта, да, Юра. Очень, да. Ведь спортивные... Это борьба. Там и самое главное, что николаевцы сумели в этой борьбе найти себя, потому что вот даже некоторые виды, некоторые вообще невероятные, вот прыжки в воду. У нас когда-то была вышка единственная, ее срезали здесь в Яклубе. И только благодаря водолею у нас открылись возможности прыжки в воду и призеры Олимпийских игр. Батут, он дал такое широкое развитие в мире и стал олимпийским, и олимпийский чемпион. Или фристайл, это вообще непонятно, почему в городе южный город, и вдруг фристайл снежный такой, а там у нас суперзвезды, и мы даже воспитали олимпийскую чемпионку. Ну, я не знаю, это какой-то уникальный город, вот тяжелая атлетика, легкая, которая не очень легкая. Это все, это настолько потрясающе. Баскетбол, как прописался, вообще невероятно, потому что благодаря баскетболу у нас появилась надежда, появился уникальный аэровокзал, значит, и дворец спорта «Заря». Не, я вообще удивляюсь нашему городу. Он потрясает своей добротой, талантами,
Говорят, и точка такая замечательная вообще во многих отношениях. Мы находимся в уникальном месте. Аннет, что у нас чудо-город. Телезрители, вы слышите? Мы чудо-люди, которые живут в чудо-городе. Хотите вы этого или не хотите? Потому что любая задача нам по плечу. Правда, Юрий? Конечно, потому что мы это видим через людей, которые творят чудеса. Невероятные, скромные. Вот, допустим, олимпийская чемпионка воспитана в скромнейшем зале. Оля Харлан, когда вот приходишь туда, к ним в зал, этот, ну, такое скромное. Если бы знали, в каких условиях воспитывались чемпионы, олимпийские чемпионы, суперзвезда мировой величины, Саблиска. Оля, здесь тоже про нее много тоже. Ну, тут много очень хороших вещей, которые, о некоторых уже нет. Просто мы о них вспомнили. Это же и Немиров, Борис Степанович, который вообще уникальный вместе с Икаром совершил чудо. Это единственная в Советском Союзе яхта, которая совершила кругосветное путешествие и выиграла много регат. Это, Аннет, тут столько всего, я не знаю, столько информации. Мне удалось только по крохам, не по крохам, это документальная исповедь, спортивная, настоящая. Я надеюсь, для будущего это будет вообще здорово. Ну, можно сказать, что эта книга вместила в себя спортивные достижения вот за последние 30 лет. Это были самые годы, самые замечательные годы. Вот, да. И посвящена она вот Владимиру Дмитриевичу Чайке, потому что он сам участвовал много в соревнованиях и помогал. И тут получается от А до Я. То есть мы про хронологию. От акробатики до Я. Поэтому тут и яхтенный спорт, и шашки, и шахматы, и баскетбол. И горный спорт. Все здесь. А на это здесь все. Ты знаешь, говорят... Казма Прутков что сказал? Нельзя объять необъятного. Нельзя, да. Но стремиться к этому надо. Я попытался. А лично для вас какой самый любимый вид спорта, Юрий? А, из-за чего я плохо хожу? Это футбол. Футбол. Но это искусство особенное, потому что я в Казахстане, когда изучал технику, я в основном по фотографиям, по журналам, все. Ну, в общем-то, для меня это было... Супер жизнь, потому что я видел, что футболистов носят на руках. Это уважаемые люди в селе, потому что это номер один спорта. И доступные вообще. Не, мне очень много... А, и баскетбол для меня очень важен был, и легкая атлетика. Это все виды, которые помогают в футболе, а там универсальные. Поэтому я жил спортом всю жизнь. Вот смотрите, Юрий, если человек занимается спортом для себя, это одно. Если он уходит в большой спорт, это совершенно другое. И как мы уже с вами говорили, большой спорт – это жизнь не для слабых людей. Это очень жесткая среда. И там выживает сильнейший. Но даже несмотря на то, что это жесткая среда, она наполнена добрыми людьми. Совершенно верно. Потому что, вот, казалось бы, Александр Львович Зозуля – это полковник, это герой Советского Союза. Ну, в общем, медалист во многих отношениях. Как много он сделал для того, чтобы наша конно-спортивная школа оказалась лучшей не только в Украине. Здесь проходили международные соревнования. Это испытание людей, конечно, которые должны преодолеть себя, спорт. Ну, в общем, очень много. И тут мы видим настоящих героев. Они скромнейшие. Самое интересное, что настолько скромные, они вот даже стесняются о себе говорить серьезно, потому что и благодаря нам, тебе, вот мы их открываем, поднимаем на щит, делаем все для того, чтобы люди поняли, что николаевцы по-настоящему герои. Герои спорта, герои в жизни, замечательные люди просто. Я тебе говорю, мы делаем доброе дело очень. Ну, мы бы не могли состояться, если бы не вы, дорогие наши герои, потому что да. Именно благодаря вам и существуем мы. И что интересно, Юрий, дело в том, что спортсмены большие и маленькие, вы в вашей книге говорите, что нет маленьких людей. Нет. Все равнозначны. И те, которые выходят на пьедестал и получают золотые медали, и те, которые стоят в тени, но... Они все связаны единой цепочкой, пусть незримой нитью, но один без другого – ничто, и только вместе мы – сила. Об этом ваша книга, да. Так я понимаю. Ты лирик, ну, ты по существу все рассказываешь то, что вот самой суть. Вот. Ну, подтверждайте тогда. Подтверждаю, потому что вот у меня замечательный коллега, который делает это каждый день, но я не знаю, всю жизнь поддерживает наших земляков, наших... замечательных людей, и я чувствую, что мы настолько близки по духу, по энергии. Аннет, я поэтому рад, что вот сегодня у нас такая встреча.
Очень рад. А скажите, Юрий, самый запоминающийся эпизод из вашей книги, вот если навскидку? Нет, лучше, знаешь, приведу один факт, вообще удивительный, для нашего города поразительный. Был момент 1 апреля, Гроссман предложил нам каждому что-нибудь необычное в свою программу включить. И что ты думаешь, произошло? Ну, я решил... Не то что. Ну, вообще получалось так. Я говорю, в заре завтра открываются там холодильные установки, японцы привезли, будет теперь неделю вода, а неделю будет лед. Приходите, будете кататься. Варварский элеватор, там будет, можно летать. Значит. Ну, в общем, столько предложил, а один. В общем, наши баскетболисты, когда выехали в Америку, они там постоянно были, привезли газету «Вечерний Николаев», а там «Месть Николаева». Один влюбился, товарищ темнокожий, и решил приехать. Пополнить наш состав команды, играть здесь в баскетбол. Футболист под именем Эвис, когда там узнал, что в городе такая есть команда, решил сюда приехать. Ну, я столько предложил на 1 апреля. Что вы думаете, на целый день, ну, в общем, целую неделю звонили, где они эти? И говорят, это же было 1 апреля. Нет, мы, 1 апреля это хорошо, но нам надо то, что вы сказали. Ну, в общем, получился такой парадокс. Люди доверчивые очень. Верят, как нам, а? Доверчивые. Вообще невероятно. И что ж тогда делать, чтобы отвечать за слова? Юрий, вот сейчас представляется возможность ответить за слова. Слушаем вас. Мне бы очень хотелось, чтобы каждое наше слово было правильным, верным, потому что мы хотим освещать объективно то, что происходит. И вы по-настоящему знали наших людей, верили им и уважали, потому что они этого достойны. Наш город в этом отношении особенно, во многих отношениях. И это знают не только в Украине, но и во многих странах мира. А нет, это точно. Тож, друзі, як бачите, нам є чим пишатись, адже наше місто Миколаїв – це місто майстрів. Саме про це ми і говорили з нашим сьогоднішнім героєм, спортивним кореспондентом, автором книги «Всі цвіта спортивної радуги» Юрієм Малишевим. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 18 січня – Хрещенський сочельник. День суворого посту, напередодні Великого свята Хрещення Господнього. 19 січня – Святе Водохреще. Цим праздником закінчується весела пора різдвяних свят. В Хрещенську ніч усі водні джерела землі освячуються, небеса відкриваються, а люди після божественної літургії в Йордані купаються.